В общем, 4 года назад мне написал мой товарищ Дима Долматов. Сказал, что у него новая группа появилась. Хотели бы где-то выступить. Я спросил, а что вы играете? Они говорят, ну у нас 4 песни там про гейморит. В общем, пошел я на их концерт, они отыграли 4 песни, и все мы охуели. Это были группа «Ветроп». Ребята, я вас люблю. Потанцуем? You see.
когда начинается, я уже могу взять это. Thank you.
Time!
Ты